Всем привет! Ну, сегодня мы сделаем кальмары. Нравится мне этот салатик. Вдруг кто-то не знает. Ну, берем вот лук нарезали. Закинули его на сковородочку. И не жарим, а так, как бы, ну, по-научному говорят, что это называется пассеровать. Ну, мне кажется, томим его так немножко. Вот это наши кальмары. 5 штучек я взял. Они у меня в воде. Немножко в воду вкинул для того, чтобы вот их верхняя шелуха как-то, ну, слезла. Вот одновременно у меня готовится пару яиц. Вот, ну, собственно говоря, вот примерно все приготовление. Вот помешиваем мы медленной скоростью наш лук. Он у нас томится. Готовятся у нас яйца. Яйца должны быть очень сильно вкрутую. Вот, сейчас перейдем к кальмарам. Вот они у меня, кальмарчики. Разморозились. Конечно, они уже такие подуставшие, мороженые очень. Но ничего, пойдут. Я уверен, что все будет отлично и все получится. Я люблю этот салат. Вот, вот они такие кальмары. Сейчас мы будем готовить кипяток. Кальмары — это такой продукт, который не надо долго очень варить. Вот я отставил сковородку. Пусть у нас томится наш лук. Вот он томится. Видишь, нормально. Даже запотела камера у меня, когда я снимал. Вот, пусть томится. Вот мы скипятили воду, кипятим. Налил я столько водички. Вот в этот лук, пока кипятится вода, я люблю такой насыщенный салат. Поэтому я делаю побольше перца, сюда кидаю. Вот все это мешаю. Получается заранее, как бы вот уже... Это томленый лук с перцем. Очень вкусно получается. Действительно, я очень люблю этот салат. Вот. Вот получается перченый лук. Вот уже готово у нас, бурлит вода. Видите, сколько воды налито. Сейчас я туда закину всех этих своих ребят. Сколько есть. И вот они мне немножко полежат. И как только закипела вода, я еще буквально минутку подожду. И сниму эти кальмары. То есть их не надо много там варить. Вот они уже когда варятся, они уже такие, видите, от шелухи, от своей такой освобождаются. Вот получаются такие ровненькие, хорошие, все такие симпатичные. То есть, ну, практически их варить-то много-то и не надо. Но вот как только закипит, я сейчас говорю, у меня слюна течет, вкусно было. Вот, как закипит, я их сразу сниму. Там у меня уже готовы яйца. Вот кипит. Сейчас я буду снимать их. Буквально там минутка. Все, отлично. Сейчас. Вот брюки превращаются брюки. И вот я закидываю все это в тарелку. Потому что... Пусть они немножко хоть не будут такие горячие. Вот. Да, где-то прошло минутки полторы, наверное, две. Вот все они освободились. Такие симпатичные стали, кругленькие. Очень симпотные кальмарчики. Сейчас последний поддену. Сейчас. Вот, ну, потом режут. Чем тоньше порежешь, тем будет лучше. Поэтому я стараюсь потоньше резать. Здесь я чуть-чуть побыстрее сделал свою видеозапись. Ну, собственно говоря, вот импровизации могут быть разные. Вот купила еще китайскую капусту. Вот, а может быть обыкновенный салат. Вот беру его, отрезаю, нарезаю. Тоже, ну, желательно потоньше нарезать, потому что все-таки будет, ну, мне кажется, чем тоньше, тем лучше. И всегда получалось, я думаю, что да, чем тоньше, тем лучше. Вот столько примерно капусты на 5 кальмаров. Вот это мне кальмары уже порежены. Все, кидаю туда капусту, закидываю. Сейчас я их медленной скоростью помешаю. Помешал. Делаю все руками, потому что руки чистые. Тут меня как-то... критиковали, надо в перчатках. Какие перчатки дома, вы чё? Вот. Все, сейчас туда закидываем лук с перцем. Вот, закидываем лучок с перцем. Сейчас опять все это помешаем. Сейчас лук такой, он томленый, хороший такой. Сейчас он все это обхватит. И кальмарчиков, и нашу китайскую капусту. Вот уже, ой, скоро. Ну, такой порции, я думаю, что
для тех, кто любит, ну, наверное, вот на троих. Ну, больше ничего не надо, да, салат, может быть, бутылка вина. Ну, кто не пьет, тот не пьет. И просто поесть салат. Я туда кидаю еще майонеза, но майонез стараюсь немного, потому что все-таки майонез это же не полезно. Хотя для того, чтобы все-таки было интереснее, майонеза надо. Вот беру сыр, самый обыкновенный, купил 200 или 300 грамм, не знаю как называется, натерочку. Все туда. Сейчас приноровимся. Раз. Все сырком сверху пошебуршали. Ну вот я практически показываю в реальном времени, как все это делалось. Поэтому вот, может быть, и достаточно долго смотреть. Но с другой стороны, всего это где-то аж минут 6 или 8. Два яйца, яйца. Ну, кто-то любит с яйцами, кто-то не любит. Поэтому вот я сделаю. Сейчас его тихо так вот пошинкую. Вот. Говорят, что доктор Кайсон, это из Австралии, предпочитает не варить плотно яйца, не всмятку, а употребляет яйца страусов, и чтобы они были жидкие. И говорят, что это тоже какой-то своеобразный рецепт. Ну, не знаю. Хотя это сейчас я придумал сам на ходу. Но мне кажется, может быть, и не обязательно должен быть. Не должны быть яйца вот так плотно смятки. Все готово. Сейчас добавляем немножко майонезику. Все это мешаем. Ну, вот сейчас мне тут еще сыр оставался. Я сейчас туда сыру засандалю. Вот, сандалим сырок. Кусочек уж оставался, чтобы не оставался, закинем. Салат получается такой плотный, но действительно хороший. И рекомендую для мужчин. Вот лично для меня это очень полезительно. Вот. Все еще опять помешаем. Все готово, ребята. Все. Тащи тарелки. Импровизация может быть любая. Даже можно. У меня однажды появилась мысль добавить туда немножко такого натерки огурца. Ну, не знаю. Ну, вот все готово. Все. Приятного аппетита. Всем пока. Всем привет. С наступающими праздниками. Ура, ребята. Вкуснятина. Отвечаю. Все. Всем пока. Всем привет. Только не надо много майонеза. Не забудьте. До свидания. Пока-пока.